Привет-привет, ребят, меня зовут Лена, вы на моем канале, я графический дизайнер, живу в Черногории, город Херцег-Нови, и сегодня я с вами хочу поговорить про вдохновение, где его нахожу, какой сайт мне в этом помогает, кто работает в сфере творчества, знает, что вдохновение это очень-очень важно. Если вам интересно, то погнали! Так, ребят, ну как любому творческому человеку, любому художнику, мне, конечно, нужно вдохновение. И один из самых крутых ресурсов, которые мне помогают вдохновляться, это Pinterest.com. Pinterest вообще это такой глобальный ресурс, на котором вы можете найти все, что вас интересует. Это любые иллюстрации, это куча рецептов кулинарных, это всякие DIY-советы, это лайфхаки, это, допустим, всякие работы, которые вы можете сделать руками, там, крафт всякий. В общем, Pinterest — это такой ресурс, на котором есть, мне кажется, все-все-все. Там даже есть всякие там советы, как вам заниматься спортом, советы диет, советы... В общем, здорового питания, советы, что лучше не делать. В общем, если вы зайдете на Pinterest и ведете, что вас интересует, вы найдете там абсолютно-абсолютно все. На Pinterest вы можете искать как зарегистрированный пользователь и как незарегистрированный пользователь. Как незарегистрированный пользователь, вы просто лазите, смотрите иллюстрации, всякие рецепты, советы. Но если вы зарегистрируетесь... Так, кто там косит траву? Ну ладно. Если вы зарегистрируетесь, то для вас будет создан ваш аккаунт, на котором вы сможете сохранять то, что вам нравится. Картинки, которые присутствуют на Pinterest, называются пины, и доски называются места, на которых вы сохраняете эти пины. То есть, допустим, вам понравилась, допустим, какая-нибудь иллюстрация. Вы хотите ее сохранить, вы хотите сохранить по каталогам. Ну, я бы сказала, что доски — это каталоги. Допустим, свадебное платье называете доска, находите свадебное платье, которое вам нравится, и нажимаете слово «пин», и оно прикрепляется. Выбираете доску, ваше свадебное платье, и оно сохраняется в вашей доске. Теперь вы хотите доску маникюр, создаете доску маникюр, и также потом находите ваши любимые дизайны ногтей, и также вы прикрепляете этот пин к вашей доске. Кстати, что еще хотела сказать, на вас также могут в Pinterest, это такая как бы и соцсеть, на вас там могут подписываться люди, вы можете создавать там бизнес-аккаунты, продвигать, добавлять свои иллюстрации и свои какие-то товары, если вы что-то продаете, также можете продвигать их через Pinterest. У меня, кстати, на Pinterest тоже есть мой аккаунт, вот он. Если вам интересно, можете зайти, но он у меня такой хаотичный, там просто пины, которые я люблю, там кое-какие мои работы, немножко пинов на тему сербского языка, потому что его сейчас очень активно учу. Так что, если интересно, welcome! Ну что, ребят, это было такое коротенькое видео о Pinterest.com, сайт, который мне помогает вдохновляться. Если вам интересно все про графический дизайн, если вам интересно что-то про Черногорию, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик. Все, ребят, целую, пока-пока!